Привет, мальчишки и девчонки, добро пожаловать на канал Archpanzer, где мы продолжаем проходить Doom Eternal. Находимся сейчас мы на нашей базе. По-прежнему я здесь пытался допрыгнуть до этого секретика, но у меня так ничего не выходит. Но вот что я заметил. Не знаю, была ли эта красная точка раньше или появилась только сейчас. Но, да. Так, модернизированный костюм, чит-код. Вот так вот. В прошлой серии нам сказали, вот этот вот Хайден, что это наша, по сути, последняя миссия. И домой мы, наверное, больше не вернемся. Поэтому давайте откроем здесь все, что мы можем открыть. И уже с чистой совестью двинем на это задание. Я так понимаю, сейчас мы отправимся... А хотя нет, мы сначала не на Урдек отправимся. Мы сначала отправимся... город, как он же называется, господи, Некровол, где из душ делают эту самую энергию. А уже из Некровола отправимся на Урдек, священный город Кан Созидательниц. Ну и всей вот этой расы Кан, или как там они называются, что-то вроде местного рая. В общем, ну такой здесь рай весьма запятнанный, так скажем. Так, давайте это тоже откроем. Не знаю, хватит ли нам батареи, чтобы все открыть. Посмотрим. По-хорошему, вряд ли. Мы же там где-то задание пропускали. Наверное, здесь все сделано так, чтобы всех вот этих собранных батарей впритык хватало. Ну да ладно. Так, что нам осталось? Нам вот это осталось улучшить. И все. Кажется, у нас открыто все. Все улучшения оружия. Достижения? Нет достижений. Ладно. Но оружие действительно у нас улучшено. Все, что можно улучшить. Ну, в смысле, вот открыто улучшение. Так, у нас еще бронекостюм. 5 очков. Замороженный дем получает значительно больше урона от ваших атак. Мы берем. 7 очков оружейника нам надо, чтобы полностью прокачать. Так, 5 батарей у нас еще есть. Что можем еще открыть? Так, ну а здесь еще 2 у нас есть. Подождите, а как нам туда попасть? Так, нет, это нам куда-то вот сюда. Куда-то сюда, а здесь... А здесь вот сюда и вниз надо спуститься. Ух, ёшкин кот. Чуть не убился. Так, ну это лифт туда, в подземелье, где можно потренироваться на демонах. Жаль, что нельзя нас запустить вот эту вот махину. Было бы интересно на нем выходить, так сказать. Ну, по-хорошему, что у нас осталось? У нас, кажется, остался только один костюм не открытый здесь. А так-то мы уже все открыли. И костюм у нас остался не открыт, вот этот классический. Ай-яй. Ну да ладно. Так. Давайте еще с другой стороны монетку откроем. Ну что ж ты его не отремонтировал-то, а? Или этот бы отремонтировал. Который у нас там в полуразобранном состоянии сейчас подвешен. Вселился бы в него, и на пару пошли бы воевать. Неплохая бы поддержка была, прям скажем. Но нет. Все приходится делать одному. Эх, ведь не хватает одной батарейки, а? Не хватает одной всего лишь батарейки. Чтобы открыть последний костюм. Сколько у нас их? 2 очка. Одна батарейка. Где этот последний костюм находится, кстати? Ну-ка, давайте вспомним. Да, здесь мы открывали. Вот здесь. Давайте музычку, что ли, включим. Давайте играть. Wake 3 интро. Здесь мы все забрали. У нас лифт вниз.
Давайте съездим, посмотрим. Я просто не помню, где этот последний костюм классический. Так, ну, нет, его здесь нет. Есть исключительно вход в тюрьму, где можно демонов побить. Да, парваторий. Так, ну-ка давай тебя послушаем. Doom 2016 BFG Edition. Ух ты ж, какое стекло чистое. А где же у нас еще не открыто? Здесь мы все вроде бы открыли. Где могли мы еще не открыть? Здесь, по-моему, тоже открывали. Тут? Ну да, в каких-то он из этих заворотах. В одном там месте мы открыли броню Вабранца, что ли, или рекрут, что-то такое. Рейдж. Это наша персональная комната. О! Просмотр коллекции. Тяжелая пушка. Ну да, здесь все наше оружие. Есть наши игрушечки, но, по всей видимости, еще не все, потому что так, пустые места еще есть. Наверное, нам еще будет кого найти. Неплохое такое место игровое, прям скажем. Ну ладно, наверное, давайте двинем на задание уже, потому что все равно у нас батарейки не хватает. Даже если мы сейчас... А, хотя, подождите, вот сверху. Сверху, сверху, сверху. Нет, над нами. Как будто-таки какая-то комнатка есть. Может быть, здесь эта броня стоит? Ну да, она, наверное, здесь. Вот она. Да, не хватает, к сожалению, нам всего лишь одной батарейки. Эх, ладно. Что же поделать? Давайте отправляться. Не будем уж тратить время, чтобы на какое-нибудь задание возвращаться, там выполнять вот эти дополнительные задания, чтобы получить батарею. Не так это критично. Поехали. Запись трансляции комитета, часть 6. Внимание, сопротивление входит на связь для передачи срочного сообщения от комитета. В последние 24 часа по всей планете наблюдается массовое отступление демонов-захватчиков к кровавым гнездам. Ученый комитет предполагает, что такое поведение свидетельствует о приближении могущественного демона, пожирателя миров. Руководство комитета рекомендует выжившим не покидать безопасные зоны. Ой-ой. Некровол. Воссоздав клинок Горнила, вы направляетесь в небесный мир Урда, где живет Кан-Созидательница, чтобы помешать ей завладеть спящей иконой греха. Путь к родине творцов пролегает через Некровол, город проклятых, где возвышается дьявольская цитадель. Здесь людские души подвергаются ужасным мукам, превращаясь в аргент-энергию. На самой вершине башни находится портал, передающий энергию прямиком Урдок. Только здесь можно попасть в город творцов. Аргент-энергия производится из тех, кого пожирает ад. Вот на этой фабрике все и происходит. Ужас какой. Некровол. Город проклятых. Смотрите, титан прикованный. Так, а что тут по секретикам? Ну да, есть секретики, есть и игрушки. Даже вон этот еще есть. Кристалл стражи есть. Пацаны, вон меня встречают. А что же вы своими же титанами ты так издеваетесь? Он что, он плохого-то сделал? Там уже драка идет. Ну и, собственно говоря, до сих пор я не понимаю, почему демоны воюют между собой. Thank you.
что ж ты по пушкам ты мой? Или ему нельзя пушки сбить? Он же типа дофига бронированный. Ух ты, а что, я отъехал, что ли? Да, у меня что-то и руны нету. Я ж только с базы, почему у меня руны-то нету? Так, руны нету. Конечно, нет. Я ж переставлял, когда прыгал в этот колодец. Я все переставлял. Ракет дождь прибывает в оглушенном состоянии. Да, когда в прошлой серии я пытался достать игрушку с колодца, я, соответственно, руны поменял. Лови. И еще разочек лови. Так, нет, это не ты. Ну да ладно. Там два, что ли, идет? Ну да, два идет. Ну, супер, прям прямиком в лаву. Что за начало серии так? Еще пытаюсь издалека стрелять. Давайте в ближний бой влетать и все. Еще церемониться с ними никак не пойму. Вот это вот. Цена, давайте. Добиваем. Че тут вот с этим всем церемониться? Может, умрешь, а? Нет, не умрет. Что происходит? Жалко на них меч-то тратить. Они какие-то злые. Ой, разорвало. Ну хорош, сколько расстояния он вообще стреляет? Бить. Обалдеть, какие они живучие-то, а? Есть кто? Все? Турельки остались. Так, тут, кстати, секретик лежит. Ух ты ж! Да, давайте. Последний у нас осталось. Кровь за броню. Давайте побольше патронов сделаем. Да, и остался нам последний кристалл, чтобы прям на максимум все изучить. Так, и здесь врат уже нет. Здесь будет две секретных стычки и обычные стычки. Ох ты ж! Задумался. Простите. Что-то я задумался. Ну да, нам сюда. А. Сюда. Ох ты ж. Давай, немножко здоровья принес он. А, ну да, туда, там какие-то подпрыжки. Вот они, мои любимые подпрыжечки. Ох ты ж. Бомба припекло меня. Ай-яй, что происходит? Куда мне дальше-то? Все, здоровье потерял. Как же так? Ох ты ж. Ну что, теперь красный экран, ни черта не видать.
Кругалек. Так, Финкер взлетел. А что у нас по испытаниям тут? Убейте 2 демонов горнил, убейте 8 демонов, используя жернова. Зверски убейте охотника Рока. Ударом слева. Ну, это прям вообще какие-то задания. Его, в принципе, тяжело убить. Еще и ударом слева, как надо ситриться. Ну, серьезно. Вы, блин, серьезно. Здесь сверху какой-то секретик. И мы его, естественно, найдем. О, тут всего как здесь много. Некровол, часть первая. Вот такой вот он красавец. Адский город Некровол, спроектированный творцами при участии инженеров из числа стражей, должен обеспечивать непрерывные поставки аркент энергии. В твердыне, чьи стены выстроены из заклятой стали и камня, адские легионы собирают пленников, дабы приносить их жертву незрячему судье Калибусу. Этот демон, ну вот он будет наш босс, незрячий судья Калибус. Этот демон настолько стар, что всякое движение или слово стоит ему огромных усилий. Именно он выбирает души, которым предстоит переработка в аргент энергию. Некровол подобен огромной бойне, перемалывающей живые души без остатка. Он разделен на множество секций. Первой идет яма Авадон, огромный разлом, в который сгоняют невинных жертв. Калибус отбирает из них души, достойные превратиться в аргент энергии, отправляет их в глубины темной цитадели. Издержанные души, которые Калибус признал негодными, заканчивают свой путь в горящей жиже кровавого болота. Какой кошмар. Во что мы играем, а? Это же ужас какой-то. Это же какой-то ужас. Так, одевай чепчик. Супер. Сейчас будет драка. БФГ 9000. В окружающем мире. Да, по поводу БФГ. У нас патроны. У нас теперь кроме БФГ есть... Господи, развоплотитель, по-моему, называется. Вот этот БФГ, вот этот развоплотитель. Надо будет его как-нибудь испытать. То есть, если БФГ стреляет шаром, который уничтожает вот так все по траектории, то БФГ стреляет по широкой дуге, испепеляет все, что перед вами стоит. Надо будет его испытать. И этот развоплотитель мы получили за то, что прошли все врата плача. Есть, курить. За нами дверь закрыли. Там вон какое-то смертоубийство висит. Здесь какая-то страшенная арена будет. Можно не надо, а? Ух ты ж. Ну, конечно, можно из БФГ сейчас шарахнуть. Или из развоплотителя. Так, бензинчик есть, если что. А почему никто на меня не влетает? Почему никто не влетает? Ах, ты ж понял. Ой-ой-ой. Ну вот так, и как бы все на этом. Так, ладно. Ух ты ж. Нет-нет-нет. Так, разрезать кого-нибудь. Спасибо. Пацаны, пацаны. Эх ты ж, далеко вы были, пацаны. Так. А, это все? Ну, по всей видимости, демон должен был мне составить проблемы. Но он, к сожалению, от клинка отъехал за один удар. Ну, ладно. Как вы помните, в прошлой серии мы максимально сейвили эти клинки, потому что там карта вся была усыпана ими. Как видите, это нам весьма пригодилось. Так, давайте порыскаем, посмотрим, что еще здесь можно собрать, что нам оставили. Ну, похоже, все. Да, и БФГ засейвили. Даже руну не использовали, я даже больше скажу. Клинок просто имбища. Так что вот вам, ребята, урок на будущее. Надо из той локации максимально эти клинки вытаскивать. Сюда прибывают люди с земли. Они ждут, пока их отберут для процесса. Только с земли теперь получается, да? Только с земли. А что, все остальные миры уже все? Того? Ох, даже там секретики. Нет, подожди, не прыгай тогда.
тут же... Опа, секретики. В смысле? Почему не открывается? Эй, ты чё? Как попасть? Вон там этот секретик, я его вижу. Да, как-то залететь? Не, ребят, давайте без секретов мы уходить не будем отсюда. Без ненайденных секретов. Вот что я хотел сказать. Его ж там прям видно было. В окошке. Как же открыть? Варианты. Пока куда здесь можно... Вон туда можно залететь. А, вон, вижу, все. Вижу. Сейчас все будет. Ребята, сейчас все будет. А куда? Оп, красавчик. Так, здесь дополнительная жизнь, которую мы, естественно, бездарно профукаем при первой же возможности. И невероятная игрушечка Баронада. Красота. Да. Очень полезный вот этот навык мы взяли. То, что он нам показывает все секреты. Без него такие вещи просто нереально найти. Ужас какой. Какой кошмар. Мы не убьемся? Это арена? Ой, это арена. Только что была арена, ребят. Ну что? Да, видите, было чуть-чуть здоровья лишнего. Нам это немного перезарядило кровавый удар. Какая-то что за цепь такая? Сейчас нажмем, все поедет. Места мало здесь. Если что, из БФГ шарахнем. Так, я готов. Вот так вот. Ах, ты их что-то всех убила. Это все? Ну, ладно, еще один заряд меча остался. Еще один заряд остался. Надеюсь, что нам еще дадут. Так, а что нужно сделать-то? Так. Кто это открыло? Нет, подождите. Вам явно туда. Вот в эту клетку, похоже, надо сесть. Я тут не долетаю, там какая-то невидимая стена. А вот это что дает? Что? А, вот. Все, вижу. А. Кто такой вообще технологии придумал? Кстати, да, больше патронов у нас стало. Интересно, сколько будет максимум. Ой, как все непросто-то, а. Цепляйся. Что нам сюда? Поедем. Созидательнице нужна земля и душа землян. Ее мир умирает. И за счет людских душ пытается восполнить свои ресурсы, цепляясь за жизнь. Ну не умирает. Спасая свой мир, вы обретаете ее мир на гибель. Как-то они раньше без этой аргент энергии-то жили, правильно? Изначально-то же не было ее. Там ждет Калибос, незрячий судья. Именно он определяет, кто годен к процессу извлечения. Так что лукавят они здесь. Остальных выбрасывают в кровавое болото. То есть ее мир не умирает, они жили раньше без этой энергии и нормально жили. Там тысячелетия, все дела, те же стражи. Как-то они общались без этого. Существовали. А тут бац, энергию прочухали, то и все, теперь без энергии жить не можем. Да не, неправильно это все. Нет. Ох ты ж. Совершенно никакой жалости нету к ним. Так, это что, вот по этим штукам надо стрелять, по всей видимости? Да. Ох ты, бьют меня. Все, здоровье убили. Это как так? О,
Ой, в лаву попал. Залази. Ой, я в лаве стоял, нет. А, она не в лаве стоит, она опускается, понял тебя. Эта дрянь опускается, да хорош. Так, мне нужны пацан. Ай, нет, залази. Ой, а ты-то кто? А ну все, я, кажется, отъехал. Пацаны, кажется, я отъехал, да. Да, не очень просто это все. Это не очень просто, прям скажем. А если за ракетницы? Ну да, нормально. Нет, к сожалению, не сводится. К сожалению, не наводится на нее ракета. Так. Ай, нет, запрыгивай, запрыгивай. Нет. Что делать? Что делать? Срочно, варианты. Нет, не убьем, к сожалению, эту дрянь. Не хватит нам здоровья, чтобы его забрать. Да. Так, откуда же бить? И главное, чем бить? Не, ну ракетниц, в принципе, неплохо заходит, поэтому. Да, с трех ракет даже умирает. В принципе, умирает даже с трех ракет. Так, откуда летит? Он оттуда летит. Давай, еще ракеток. Ну только быстрее перезаряжаться надо, товарищ. Да. Давайте еще одну попробуем забрать. Да, и после этого уже полетим вот сюда. Ах ты ж. Да какой же он живучий, а? Какой он живучий. Почему я куда-то полетел, не туда, куда хотел? Так, готов. А, только не умирай. Все. Замечательно. Не, ну вы видели, а кто меня убил-то? Кто меня убил? А, ну хорошо, хоть сохранили. Кто это сделал? Мерзавцы. Ой-ой, аптечка. Ой, ну это я, конечно, зря за эту аптечку полетел. Как я очень нездорово вылечился. Так, там еще броня лежит, но она тоже горячая. Никаких секретиков здесь нет. Подождите, или есть? Нет, никаких секретиков нет, только жалко клинок последний потратили. Жалко последнего клинка. Ну, по-другому, ну, из БФГ еще можно было жахнуть. А это что? Какое-то усиление или что? Да ты хватит красно мигать, у тебя уже броня есть какая-никакая. Вот аптечка тебе еще. Вот монетка тебе еще. А что ты пиликнул-то? Так, у нас 4 очка претарианца. Давайте, ледяная добыча. Еще 3 очка осталось. По арсеналу есть у нас что-нибудь неулучшенное? Вот стрельба очередями, дробовики. Микроракеты.
Стрелять микроракеты можно сколько угодно. Давайте пропустим. Даже, наверное, вот так вот сделаем. Получить все модификации для тяжелой пушки в одной ячейке сохранения. Супер. Вот так вот. Уберем пока снайперку, а поставим ракеты. Попробуем так. Что это? Как интересно. Интересная штуковина. Ух ты ж. А почему они так светились? Не знаю. Там, кстати, еще одно очко. Не очко, а жетон мастерства. Арсенал, куда можем это вложить? Если у нас не прокачано. А, здесь мне даже не хватает. Ракетница, самонаведение. Убейте 15 сам... Вот, давайте это сделаем. Теперь вы можете навести ракетный залп на две цели. На две цели. А как каким образом на две цели мы можем навести? Так, вон там еще секретик, кстати. Давай. Почему с первого раза они никогда не отдают монетки? Всегда вот сначала ударить надо, потом только они очухиваются. Там дополнительная жизнь, кстати, где-то еще есть. А где? Вверху? Нет, так быстро я не смогу запрыгнуть. А как же туда забраться? Как-то с другой стороны, по всей видимости. Там испытание еще будет. Ну, давайте здесь попробуем пройти. Контрольная точка. Опять прыжковые упражнения. Очень хорошо. Дополнительная жизнь где-то вот над нами прям. Над нами слева. Непонятно. А здесь что? Карта. Кстати. Ну давайте возьмем автокарту. Кто здесь это вообще расставляет, такие технологии? Кто для нас ее здесь поставил? Непонятно. Ну да ладно. Так, 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 еще секретики. Здесь была монетка. А здесь все закрыто. Как туда попасть? Никто не знает. Как там снизу, быть может? Что там лифты какие-то? Нет, ну отсюда точно не попасть. Хотя... Освещаем гранат. Осветительный гранат, ребят. Это как сверху отсюда упасть можно будет, по всей видимости. Но сверху ничего нет. Хм. Ой, как-то все сложно. Как-то все сложно для понимания. Так, нам... А, вот он, кстати, секретик. Сзади кто-то? Ой-ой. Пацаны, нет. Рыцарь, а, да. Давай, до свидания, рыцарь. Ты тоже давай. Ух ты ж. Ну как вы сзади так появляетесь, а? Как они появляются сзади? Это просто что-то волшебное. Куда я? Вернись. Распили другана. Возьми плазму. Надо вот этого товарища убить. Ой-ой. Ну как же так-то? А, там еще один рыцарь. Ну понятно. Ой-ой. Может БФГ бахнуть? Или нет? Нет, наверное, рано. Ничья. Хотя не ее, смотрите. Этот выжил.
не совсем ничья. Ох, тут есть БФГ. Ну, сам Бог велел. Испытать. Только нет, надо как-то их покучнее. Пока рано. Ух ты, это куда это я? Куда это я? Очки претарианцев получены. Так, нет, ты плазму любишь. Я помню, ты прям любишь плазму. А я куда что люблю? А я люблю куда-то падать, по всей видимости. Ну, любишь ты плазму, не обманывай. Ну да. Добить. И патроны мне нужны. Я где-то здесь другана видел с патронами, раз нет? Кто мне патрон нес? Вот, ой, нет, все... потратил весь бензин на него. Ударить. Так, в прыжке. Супер. Ты тоже любишь? Не знаю, что... что ну что-то явно любишь. Ах ты ж. А, это такой БФГ было? Ну да, это вы только что видели разуплатитель. Я думал, он также стреляет одним выстрелом, но нет. Он стреляет очередями. А кто остался-то? Рыцарь ада будет какой-нибудь, нет? Он улетел. Видите, как он сейчас на ракетах полетел? Забавно. Отдайте броню. И давайте разбираться с секретиками. А нет, давайте сначала не с секретиками. Ох ты ж! Не на ту кнопку нажал. Так. Куча патронов. Забираем. А где БФГ-то? А, вон оно. Так. Все, заряжено. Ну, слушайте, что-то такое, конечно. Ну, более равномерно можно и стрелять. Из развоплотителя. Это да. Давайте теперь попробуем найти секретики, которые здесь от нас запрятали. Это куда прыжок? Это непонятно. Вон секрет. А как попасть к нему? Как попасть к тому секрету? Ну тут прыжок явно в небытие. Этот прыжок явно в небытие. Сверху что-то есть? Нет, ничего нет. Ну что, и назад уже не вернуться? Нет, подождите. А, нет, 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 я улетел в тартарары. А, я отсюда начинаю. Вот, смотрите. Вот так вот, если. Вот так вот. Так. Здесь секретный бой. А где секрет? Вот секрет. Что у нас тут? Ух ты ж, гладиатор. Красавчик. Много нам крови выпил. Ничего не скажешь. Это где мы? А, это где карта была, понял. Ну пойдемте попробуем секретный бой пройти. Здесь что-то будет страшное в замкнутом пространстве. Чтобы взять такое. Так, один. Проиграно? Не понял. И все. Ладно. Я, честно говоря, ждал большего. От врага, ну, получилось как получилось. Не мне их судить. Выбираться будем отсюда. Ну, после тех стычек, где вот этих...
танков на грави двигатели выпускают против тебя, после этого уже тяжело удивить чем-то. Так, ну вот еще сверху, где-то здесь над нами. Дополнительная жизнь. Ну, дополнительная жизнь — это не так критично. Давайте двигаться дальше. Оп. Интересно, себя можно убить? Нет, ну естественно можно. А за это дадут ачивку? Вот ради интереса. А, нет. Танковали. Демонов-то сразу ваншотает эта штука. Мы как-то удивительно живучи оказались. Только броню все потеряли. Ладно. Не повторяйте моих ошибок. А куда нам? Сюда? Окей, а как? 5 прыжковые упражнения? Ну, мы оттуда сейчас прыгали, вон там мы секретик забрали. А здесь что? Я пока не вижу, за что можно зацепиться, хотя вот нам игра подсказывает, что где-то можно. Вот куда-то туда что прыгнуть, там будет зацепка. Ну да. Так, а дальше куда? Наверх? Ну, по всей видимости, да. Оп. Ай-яй. Ой, что-то бомбануло. Обычный манкубус? Да, обычный. Разорвало. Так, все? Да вроде все. Пойдемте жизнь заберем. Опять же таки, не везет мне на этих жизнях. Как правило, очень быстро я ее сливаю, но... Ладно, пусть будет. Почему бы и нет? Рано или поздно она может мне пригодиться. Но это не точно. Я даю пока снайперку. Ой, ну начинается вот эти вот. Так, откуда? Вот сюда можно прыгнуть. Здесь секретиков не пропустили? Вроде бы нет. Так, дальше куда? Дальше вот сюда. Только огоньком нас сейчас поджарят немножко. Ага. Ага. Людей подвергают мучениям. Тела их истязают. Ух ты ж. Когда человек замучен и воля его сломлена, душа считается готовой к извлечению. Понятно. Интересная схема, конечно, у них. Так, а нам куда наверх-то? В любую из этих можно? Лифтов, так сказать. Меня наверх. О, здравствуйте. Очевидно, пресс. Ну, дальше ничего я не вижу. Смысла ехать дальше нет, значит. А, не, он куда-то просто в потолок упрешься и упадешь. Нам что сюда? А, вот, кстати, тайная стычка. Нам что сюда? Ух ты ж. А там секретик, кстати, есть. Вот если сейчас пробежать и направо повернуть. Рядом тотем жестокость. Но я же не хотел. А где тотем-то? Ой, ну все, привет. Вот и дополнительная жизнь, кстати. Не вижу я. Давайте сначала тотем найдем. Ох ты ж, ты почему так не прыгаешь ты? Цепляйся. Все, приехали. Откуда мы начнем? Вот отсюда. Подождите, а как же? Нет, карта. Уже вот прям показывает за ворот. Но я его там не увидел. А, нет, вот я его вижу. Да, вот он. Вот и он. Охотник Рока. Прекрасно. Прекрасно. Где тотем здесь? Здесь не давит? Не давит. Ой, нет! Да офигеть, они меня просто ваншотают.
Они меня просто ваншотают. И все. Я только зашел, я сразу умер. Что делать? Так, как мне БФГ? А, БФГ. Где-то ТМ. Вижу его. Все? Да, все. Так, ну по факту, что мы имеем? У нас остался один заряд на БФГ. Нет совсем мечей. Кровавый удар у нас полностью заряжен. В принципе, все у нас есть. Так, ну как-то наверх бы еще забраться. Я там что-то вижу. А как? А вот, вот как. Ой, нет. Ну что ты делаешь такой, друг? Ой, это я что, на шипы наткнулся? А как же? Не понял тогда. Вот на этой штуке подняться надо. Ну да, на ней. Оп. Шмякой. Так, что-то там открылось. А тут почему ничего не открылось? Так, секундочку. Там-то дверь не открылась. Вон там, кстати, заряд БФГ лежит, и заряд меча лежит. Все прям хорошо. Так, давайте сюда попробуем проскочить. Здесь нас хуй как страшно. Ага. Ай, закрыли. Да твою дивизию, а. Это еще здесь... нехорошая змеюка. Ну да. Как-то я неудачно зашел сюда. Меня тут ждали, прям скажем. Я-то всего лишь хотел открыть вот этот секретик. Как в него попасть-то? Да зачем ты мне задание-то показываешь? Давайте посмотрим, с другой стороны не открылся. Открылись ворота там. Хотя вряд ли, с чего это они должны открыться там. Нет, открылись, смотрите, вот тогда. Вот тогда. Что это? Ха. Найден альбом, неплохо. И супер-пупер-мега-испытание. Ну давайте, арена на самом деле большая. Могут быть... Так. Ой-ой. Я как-то не ожидал тебя увидеть здесь, друг. Стреляй, стреляй. Надеюсь, ты последний? Нет. А, нет, все, пройдено. Супер. Ладно. Плазма в зажим хороша против этих ребят. Да плазма в зажим практически против всех хороша, кроме вот этих вот мародеров. Мародеры, это, конечно, что-то волшебное. Так, здесь тоже надо нажать. А чтобы здесь нажать, надо туда к мародеру идти, да?
супер. Сюда выманить его, соответственно, нельзя. Ах ты ж, да как? Да хорош! Игра, ты чё? Никогда же раньше не задевала, и вот опять. Чё бы змеюку вот эту бы убить? Было бы совсем хорошо. Так, отъехала она или нет? Куплю для тебя. Да отстань. Да сколько тебе жизни-то, а? Ее не на то нажал, надо было добить его. Ну, сколько в нем жизни, это просто что-то потрясающее. Так, мы тут забрали. Там должна быть аптечка. Добей, 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 вот же она. Я застрял. И где я? А зачем? Как БФГ у меня в руках оказался? Как у меня БФГ-то в руках оказался? Почему он на него переключился? Надеюсь, сейчас я с зарядом появлюсь. Не потрачен? Да. Почему БФГ-то в руках? Ну опять, вот очень тесные арены. Какого черта ты еще живая-то, а? Ой, долго перезаряжается этот супер дробовик. Прям очень долго. Давайте, может, сначала с остальными попробуем с плазмой разобраться, а потом дробовик переключимся. Да ну, конечно. Угу. Почему бы и нет? Это я куда? Секретик! Здрасте. А это я куда упал? А как мне назад вернуться? А, все, лифт. Да ты-то откуда здесь берешься постоянно, а? Вот она еще живая, эта дрянь. Да, конечно. Ну, конечно.
так все нормально шло, а? Нет, надо вот, блин, такое задание дать. На маленьком пятачке дерись с ним, маневрируй как хочешь. Где змея-то? Ну да, просто ваншот, почему бы и нет? Да двигайся ты, почему ты не двигаешься-то? Ну да. Она сама по себе эта дрянь опасная. И он так наседает, просто не оставляет какого-то времени для подумать. Да, бей ты ее. Беги. Да неужели? Мерзкий ты тип. Ладно, это где мы сейчас? Это мы тут открываем. Ну, нормально. Сколько нам еще осталось? Да мы почти прошли, кстати. Только впереди, там опять какая-то страшная драка будет. Впереди будет страшная драка. Это кто? Друган, ты че? Ты зачем вот это делаешь? Вот он БФГ лежит. Кстати, что у нас по БФГ? Один заряд у нас БФГ есть. Ну что-то развоплотитель, кстати, меня не особо порадовал. По-моему, БФГ все-таки получше. Так, подождите, а почему у нас меч не заряженный? Я же подбирал. Ой, простите. Хорошо, чихнешь. Ну да ладно, непрофессионально. Так, куда я здесь упал-то? Куда ты сюда упал? Ты наоборот не упал. А, нет, упал. Вот так. Так. Нет, подожди. Так, теперь там. Нет, это я обратно выскочил. Рано, не моя остановка. Давайте, до конечной. Так, вот у нас есть еще и меч один. Ага. Ну, судя по всему, что у нас есть задание убить охотника рока там ударом слева. Охотник рока в последнем бою будет участвовать. И это меня не особо радует, если честно. Но у нас есть БФГ. У нас даже два заряда БФГ будет. У нас два заряда ножа будет. Это не может не радовать. Да хорош, там этот что ли? Толстый химик. А ты почему не стреляешь? А, меня заперли. Да что так, ну игра, зачем ты? Ну все, привет. Ну что за подставы? Убейте меня уже. Испепелился. Да ты хорош. Почему не умер-то? Я думал, что он сейчас уже пожелтеет, поэтому ударил. А это что такое сейчас было? Это что такое-то? Меня что так подбросило сейчас? Не понял. Да, с БФГ. Отличная идея. С БФГ так лететь, это, конечно, неплохая идея. Но нет.
Здесь как раз патрон для дробовика много. Давайте вот его пока закидываем. Он вообще долетает до него? По-моему, не долетает. Ой, что же, врываться? Ну, давайте врываться. Ты, может, добьешь его, нет? Может, добьет, а может, нет. Вот что это было? Я в шипы врезался? Так, на тебя плазма нужна. Так, о, любитель плазмы еще один пришел. Умри, дружище. Да, это любитель кровавого удара. Есть, курить. Ну ладно, давай. Они до сих пор летают? Только когда человек замучен или полностью сломлен, когда всякая надежда на спасение утрачена, испытуемых отправляет в зал извлечения душ. И мы, у нас снова неподнятый меч. Мы можем сейчас вернуться? Сам дверь открылась? Так, нет, там назад бы. Дверь закрытая. А быстрое перемещение открылось? Нет, не открылось. Надо будет вернуться, забрать меч. Странно, что игра это не запоминает. Так, что у нас еще? Монетка одна осталась, вон сверху. Надо как туда залететь. А как? А, ну вон какие-то подпрыжки есть. Подпрыжки. Кто вообще? Сложно сказать. Кто это? Ну, наверх в любом случае надо, по всей видимости, нужно эту статую уронить. А как? Да, вон сверху удар. Давайте искать, как запрыгнуть. Из подпрыжки. Есть вот такая вот штука. Ну нет, это никуда ты не запрыгнешь с нее. Так, что-то я пока не особо понимаю. Что игра от меня хочет? Не, что хочет, я понимаю, но как это сделать? То есть как вот попасть наверх? Шипы какие страшные. Ну, по всей видимости, где-то вот на... Вот эту платформу, то, что над нами, надо залететь. Так ведь? Что-то не видно, чтобы туда можно было залететь, если честно. Она вся закрытая. И все закрыто. А, ну вот. Ага, там еще и жизнь дополнительная. Куда как залететь? Так, стен никаких здесь нету, нету. Окей, вот на эту подставку как надо запрыгнуть. А как? Как-то отсюда попробовать? Ну да, как-то отсюда. Давайте сначала за дополнительную жизнь слетаем.
Потом же вот сюда отправимся. Ох ты ж, опять здесь прессы. Там дальше будет прям пресс. Ай-яй, жгут, ну жгут же, ну блин, игра. Ну такая жестокая, сразу взял жизнь и потерял ее. Минус жизнь, как говорится. Что нам еще осталось собрать? А, мы все уже собрали, прекрасно. Только за мечом бы еще вернуться. Да, доступно быстрое перемещение. Давайте, наверное, перед тем, как идти дальше, мы заберем меч, чтобы два меча у нас было. БФК, к сожалению, мы все похерили. Ну, не знаю, долго бы я мучился этот последний бой, если бы не использовал БФГ. Поэтому я, в принципе, ни о чем не жалею. Ах ты ж, нет. Секундочку. Давай, лифт, 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 лифт. Ну что, как редко ходит, как маршрутки, серьезно. Зимой особенно, когда тебе очень нужно ехать куда-нибудь. На маршрутке не нужно ехать. Так, нам... Нет, я вот тут пройду. Чтобы меня в очередной раз ничего не приплющило. Да, дверь как у лифта открылась. Так. Так, подождите, мы же здесь можем пройти. Да, мы можем пройти прямо вот здесь. Давайте нам... Ну, проезжай, да... Ой, нет, 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 нет. Когда не надо, они едут. Вот посмотрите на них. Куда ты меня везешь-то все? О, два меча. Это уже как минимум неплохо. Еще бы где-нибудь БФГ разжиться, было бы совсем хорошо. Так, мы все уходим. Слушайте, мы это задание, кстати, крайне быстро прошли. Неожиданно быстро, я бы даже сказал. А двери что, все, не открываются? На заперли? А, хорошо, в телепорте взял мучений. А то так раз и все, и заново проходи. Умник, вернулся он за мечом, ага. Ну-ка, давай все заново. Ох ты, шайф, я куда? А где я? Ничего не понял, почему в какую-то я темноту спрыгнул и ничего не произошло. Ну да, только мы охотника Рока не добили. Некроволчи... А, это часть вторая, некровол. Вы возноситесь на вершину цитадели, где души покидают свои телесные оболочки, превращаясь в аргент энергию. Прервите от дьявольских круговорот с помощью аргент трубопроводов, проникните бурдок на родину творцов. Именно здесь клан созидательно собирает завершить свой последний ритуал и обрушить на землю разрешительную силу иконы греха. Пацаны? Так, здесь у нас что по испытаниям? Зверски убейте тирана ударом сзади, зверски убейте архвиля ударом слева. Уничтожьте сразу несколько врагов одним кровавым ударом 5 раз. Сразу несколько врагов. Ладно, ребят, давайте тогда мы на этом на сегодня закончим. В следующий раз уже будем проходить дальше этот некровол. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития этого самого канала. Мы будем с вами прощаться. Еще раз всем большое спасибо и всем пока.